хотел бы поддержать кандидатуру Андрея Васильевича Филатова на пост президента ФИДЕ, руководителя наблюдательного совета. Мы уже последние несколько месяцев очень плотно взаимодействовали при организации крупнейших шахматных соревнований. Я увидел в этих глазах этого человека огромную заинтересованность в развитии российских шахмат и международных шахмат. И считаю, что с таким руководителем Федерация сможет продвинуться вперед, базируясь на той работе, которая уже была проделана последние годы. Поэтому прошу всех делегатов поддержать кандидатуру Андрея Филатова на должность президента Российской шахматной федерации. Спасибо. Спасибо, Аркадий. Пока вы не уехали, мы не приняли решение. Я тогда, перед тем, как предоставить слово Андрею Васильевичу, прошу проголосовать о том, чтобы признать работу Российской шахматной федерации за отчетный период удовлетворительной. Нет других. Да. Кто за это предложение, прошу голосовать. Предложение можно хорошее ставить? У нас рецепт удовлетворительный или неудовлетворительный. Кто против, воздержался. Спасибо, принято. Спасибо. Слово предоставляется Андрею Васильевичу. Больше будет охват детских соревнований,